Тюмени прошел фестиваль косплея и молодежной культуры. Дворец на набережной наполнился гостями, переодетыми в персонажей из фильмов, компьютерных игр, комиксов, аниме и манги. Яркие и оригинальные костюмы, а также невероятный грим подчеркнули детальное воссоздание прототипов. На протяжении всего фестиваля зрителей и гостей ждали множество интересных и ярких событий. Ярмарка товаров творческих мастерских, аллея авторов, магазинчики тематической сувенирной продукции, а также разные активности и несколько полезных мастер-классов. Гости фестиваля провели свой зимний выходной ярко и насыщенно на интересном мероприятии.